столкнулись с проблемами. К депутату Госдумы Николаю Панкову за помощью обратились представители сферы туризма. Речь о санатории в Вольском районе. Накануне учреждения посетил народный избранник. Он пообщался с руководством и узнал, как обстоят дела с загрузкой и коммунальными платежами. Так вот, за время пандемии количество отдыхающих резко сократилось. После снятия ограничений летом люди все же приезжали на отдых. А вот во вторую волну начали массово отзывать путевки. Все было законсервировано сейчас. Выше сначала-то люди поехали. Говорю, порядка 126-150 человек от сентября, октябрь, прилечили. А в ноябре в связи со второй волной резко упал на спад прибытия отдыхающих. И на сегодняшний день всего 6 человек. Решать проблему необходимо, отметил депутат Госдумы Николай Панков. Ведь содержать себя сами областные санатории не могут. Дело в том, что из-за пандемии в марте была приостановлена их деятельность. При этом коммунальные услуги и зарплаты сотрудникам все так же выплачивали. Сейчас у многих появились просрочки по платежам. Павел Фитилев расскажет, как будут поддерживать санаторно-курортные учреждения в нашем регионе.